Сегодня вашему вниманию хотел бы предоставить вакансию «Упаковщик красной рыбы». Место работы по данной вакансии – это город Грудзёнск, это 75 километров от Быдгощи. В задачи работника по данной вакансии будет входить – это обработка свежей рыбы, тут все процессы автоматизированы, как вы увидите на видео. Также это упаковка свежей и копченой рыбы, это контроль качества упакованных продуктов, а также работа с весами на линии. По условиям работы ставка на данной вакансии начинается от 17 злотых в час, это на упаковке, а на обработке 17,5. График работы с понедельника по субботу, сейчас работа по 8-10 часов, и каждая вторая суббота она рабочая. А также есть процессы, на которых можно брать также дополнительные часы. Первая смена с 6 до 16, либо до 18, а вторая смена с 16, либо с 18 и до 4 утра. Средняя наработка в месяц это 220-240 часов. На предприятии температура около плюс 15 градусов. Также чисто и нет неприятных запахов, есть столовая и раздевалка. Верхняя рабочая одежда и обувь выдается работнику бесплатно. Жилье также по данной вакансии предоставляется. Требуется сюда это мужчины и женщины, желательно в возрасте до 50 лет, в хорошей физической форме и можно без опыта и знания польского языка. Поэтому, если вас заинтересовала данная вакансия, либо другие вакансии, хотите ознакомиться, то внизу в описании под видео будет ссылка на группу Viber с работой в Польше. А также внизу в описании под видео будут все контакты, чтобы можно было связаться и записаться на данную вакансию. Все услуги предоставляются бесплатно, поэтому подписывайтесь на группу Viber, либо связывайтесь по контактам.